Федеральная антимонопольная служба могла бы возбудить десятки дел в отношении иностранных компаний, приостановивших свою работу в России из-за санкций, но не собирается этого делать. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил глава ведомства Игорь Артемьев. Когда речь идет об односторонних каких-то санкциях в отношении компаний, которые контролируются иностранцами и которые занимают доминирующее положение на рынке в России, в силу этих санкций они часто отказываются от исполнения уже заключенных договоров, что является, конечно, злоупотреблением доминирующим положением в смысле закона о защите конкуренции. И таких случаев было немало в нашей практике, которые мы видели, но понимали, что решение таких вопросов находится на политическом уровне. Поскольку вот Россия сейчас, вы знаете, отказалась, несмотря на вторую волну европейских санкций, от каких-то контрсанкций, это тоже такой толерантный подход, да, попытка загасить эту волну, не увеличивать амплитуду взаимных претензий и постараться снять все эти напряжения. И в этом смысле мы придерживаемся тоже такой политики. После консультаций в правительстве мы не стали возбуждать такие дела. В частности, штраф ФАС могла применить и к международным платежным системам Visa и MasterCard. Но, по словам Артемьева, в ведомстве понимают, что иностранные компании вынуждены были пойти на такие меры из-за решений иностранных правительств. В то же время глава антимонопольной службы заверил, что если подобные действия приведут к приостановке работы предприятий, как это случилось в Пикалево, ФАС тут же возбудит дела.